вырезал из зверушек Fisher Price. Под каждой зверушкой нарисовано ее изображение. Малыш должен понять, кого из зверушек куда положить и правильно положить. Каждая игрушка сама по себе может быть, в нее можно играть. Например, птичка пищит, у рыбки глазик-погремушка, у слона уши с разноцветными шариками, у льва крутится грива, у бабочки тряпочные крылышки, а обезьянка издает такой прикольный звук. Поэтому сначала эти игрушки могут использоваться просто как отдельные игрушки-погремушки, а потом, когда малыш подрастет, можно уже учиться вкладывать их в свои домики.